have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы сегодня в таком режимчике, как Хели Атак, если я правильно помню, Boss Round, что я так удачно зашел. Короче, честно вам скажу, я в этом режиме сейчас первый раз, вот вообще первый раз, мы даже не заходили посмотреть, как это раньше, ну то есть меня сюда пригласил кот младший, да. Вот, он тут уже немножечко побегал, освоился, я это все вижу вообще в первый раз. Ну, на мой взгляд, смысл такой, что есть некий вертолет, за которого играет рандомно один из игроков. Вот, и он должен перебить всех игроков нас, которые бегаем здесь и пытаемся от него спрятаться. И еще тут есть боссы, которые могут быть летучей тарелкой. Вот этого я не знал, и поскольку у нас было написано... Босс файт. Ну, тут написано, спаситесь от вертолета. Люди, я не знаю, кто это. Но мне страшно. Тут НЛО летает, какого фига? Это тоже вертолет. Это, я не знаю, играет ли за этого бот и вертолет. Бот-вертолет. Просто тут боссы появились, можно так сказать, недавно, или чего-то не знаю. Черт, он прям здесь, он летает. Залезай на кран. И будут тебе кранты. Залезай на кран, который... Я, наверное, пока что просто в контейнере посижу. А вообще-то в кране тут безопасно, классно, никак не упасть. Тут весело и без упа. Блин, мне страшно вылазить. Свали от меня. Ауч! На кране безопасно, да? Блин, пошел нафиг. Кран мой... на котором я сидел, он просто разорвался. А вы кто такие? Его моментально разорвало. Это были зомби? Нет, это были пришельцы. Он на меня кидался пришельцами. Короче, ладно, да, первый раунд я слил. Осталось, кстати, жалко, не так много. И на принешелец. Кстати, ребятки, если вдруг вы когда-нибудь смеялись, когда вам кто-то говорил, что типа, знаете, сейчас есть такая распространенная теория, там, я девочка, а я мальчик, там, а я боевой вертолет Апачи, это отдельный пол. Вот он, и боевой вертолет Апачи, который является отдельным живым существом. И здесь вы можете такой встретить. И встань сюда, вот. Что вот, там? Встань сюда. И тебе сделать бздынь? Да. Это же так классно. Один чувак выжил? Офигеть. То есть, ребят, мы с вами знаем много таких режимов. Это и Shark Bite, и всякое такое, где один игрок становится, по сути, убийцей, а все остальные от него бегают. Это же у нас есть. И, ну, это является законополагающим для многих режимов. Но здесь, по сути, хоть выглядит, ну, как бы теория остается такой же, но все это обернуто и сделано так красиво, что, ну, это играется по-другому. Не знаю, мне пока очень сильно нравится. Сейчас посмотрим, побегаем еще несколько каточек. А, это не Хели Атак, это Хели Раш. Ребятки, извиняюсь, я вам вначале немножечко назвездел про название режима, но в любом случае название режима будет в названии к этому ролику, поэтому вы меня простите, я думаю. Я вертолет. Ты торвелет? Да, я торвелет. Ой, блин. Классно, да? Суперски вообще, учитывая, что ты знаешь, где я. Это вот вообще обалденно. Блин. Монетки. Так. Чё ж так больно-то? Спасибо. Ладно, зато, ну, просто, я был убит стрим-снайпером. Ладно, шучу, давайте мы зато можем понаблюдать. Стоп, а за тобой мы можем понаблюдать? Не знаю. Нет, только за выжившими. Давайте понаблюдаем, что сейчас творится в карточке, просто посмотрим на других людей. В этом минус играть вдвоем. Маленький, но все-таки минус. Если вы оказываетесь в противоположных командах, начинается сущий ад.
Мы смотрим сейчас за чувака, на чувака с богозвучным именем ПФХСБФСБЗХСБЦБЦ. Вот. Кто запомнил, может повторить с первого раза, молодец, там лайкосик. Я, по-моему, даже не прочитал это правильно с первого раза. Ну хорошо. Бомбец. У тебя обычные бомбы? То есть, не зомби вызывают. Ты только что спас человека, ты в курсе, да? Да. То есть к нему зомби уже почти дошли, но ты кинул новую бомбу, и зомби испарились. Он такой, нет, куда деваться? Бах, зомби испарились. Фух, спасен. Вот этот, которого ты сейчас бомбишь, ты его спас только что. О нет, мне нужно их поскорее убить, и я проиграю. Все, ты слился. Да, я знаю, я добрый. Два человека, ты за двумя не успеешь. Это нечестно. Мне должны были засчитать мою победу. У меня игра сейчас музло из Сан-Андреаса. Да, у меня тоже. Мне должны были засчитать победу, потому что я убил всех, кроме их двоих. Победа — это когда убиваешь всех, без слова «кроме». Если чё, так, на секундочка. Секундочка. Интермиссия. Дайте мне побыть вертолетом. Вот и... А, нет, я хотел сказать, что тут нет индикатора. Индикатор как раз внизу. Шанс стать вертолетом 10%. Неплохо. Я открыл ящик. Это что, башни-близнецы? Башня. Башни. Очень на то похоже. Пойдем. Тут ничего, что тут вообще прятаться негде. Ёлки-палки, эти башни прозрачные. На острове вообще нигде не спрячешься. Это вообще как? Можно залезть под пальму. Ага. Сходить под деревце, как говорится, да? Так. Каковы мои шансы? 0,0. Привет. Но он сейчас тупо разобьет эти башни и все, и здравствуй, опа, да, Новый год. Да посиди на самом верху, тут классно, тут травка, деревья, лавочка, посидеть можно, шашлыки поесть. Шашлыки — это опять же то, за что сейчас дают штраф, так что это можно сделать только в игре. Ребята, все, кто на карантине, всем привет. Травки я здесь не вижу, но деревья и шашлыки присутствуют. Эй, иди сюда, ты ко мне, иди сюда. Эй, парень, посмотри на меня. Как я к тебе прилечу? Я что, вертолет? Ха-ха. Хорошо, ну давай я к тебе прилечу. Хорошо, давай. Уи! Уиджи! Не Луиджи, а я застрял! Где? Как ты умудряешься каждый раз застревать? Ты что, что за таланты скрытые у человека, блин? Я застрял! Я буду прятаться за деревом. Тебе что, на голову прыгнуть там, что ли? Как можно застрять в каждой игре, в которой ты играешь? Это что вообще происходит? Выпустите меня! Тут наши полномочия, все. Он сейчас разрушит меня. Он тебя выпустит. Ты кричишь. Получится, как в том анекдоте из Сталкера, когда чувак орал «помогите», и пришел этот... Черный сталкер? Нет, не черный сталкер, контролер. Ты говорит, что ты кричишь, а вдруг кто услышит? Ну я услышал, и что? Вот то же самое, такой, помогите. Чувак, можно на тебя плюнуть на лопасти? О, да, я выиграл, да. Остров вообще махусенький, маленький-маленький и прозрачный-прозрачный. При этом умудрился убить только одного человека. Опять же, я еще не играл за вертолет, я не знаю, насколько это сложно. Возможно, там вообще какой-то звездец, но... Ну, не знаю. Почему мне не надевается скин? Потому что. Я вообще не могу никуда зайти. Мне тут предлагают что-то покупать. Нет, спасибо. Мне пока не за что это все покупать. Итак. Время пряток. Прято время. Почему колесо не крутится? Я хочу, чтобы колесо... Ой, монетка, привет. У нас есть шанс залезть на самую верхушку колеса и сидеть там.
Опять лошадки? Ха, дежавю, где я это уже мог видеть? Ребят, кто вспомнил, пишите. Лошадки, катастрофа, солнечный день. Ничего не похоже. Монетку, здравствуйте. Кто вспомнил, кто это заметил, напишите хэштег лошадки. Да-да-да, ждем от вас хэштег лошадки. Блин, плюнь. Это моя монетка была. Все, я пошел это. Опять у меня срочный приступ что-то продать, блин. Да? А че он не стреляет? А, он, знаете, ей бомбы кидает. Ой, сюда реально можно залезть. Прикольно. Я залез на самую вершину колеса. Смотри. Ты что, по этим прыгал, что ли? Да, я прыгал по всем этим штукам. Я очень долго прыгал по этим всем этим штукам. Вот просто посмотри на самый верх. Посмотри. Смотрю. Сейчас. Вот. А! Я застрял! Дай угадаю! Нет. Я сейчас хочу обратно залезть. В принципе, я могу с легкостью отстрелять. Вертолет ничего не делает, я так понял, он просто летает. Ух, я чуть не упал. Все, я не застрял, я залез на самую вершину. Смотри на меня, где ты? Я хочу тебя заметить. Я вижу. Смотри, видишь? Вот я. Привет издалека. Прикольно. Так, в прошлое... В этот раз вертолет у нас просто тупит, он летает по кругу, возможно, он даже АФКшит, не знаю. Вот, стой, хочешь? Вставайте, минуточку, а ты управляешь вертолетом или он тупо летает по кругу, а ты должен стрелять? Виктория. Ты управляешь вертолетом, стоп, то есть он просто летает по кругу? А ты только стреляешь, да. Ты не понял теперь, как это происходит. Он, кстати, убил твоих, это не он не убил твоих, это двое присоединились во время раунда, я понял. Я тоже хочу на батуте попрыгать. Гипопатут. О, я куплю себе таку. Так, вертушка мне сегодня побыть не дадут. Понятно, ладно? Да. А, больше 10% шанс не повышается в принципе. Ну хорошо, я вас понимать. Слушайте, хорошая квартирка. Дайте две. Угу. Я бы себе такой дуплекс взял бы. Картыжб играет. Картыжб. Ты идешь нафиг! В какую странную позу я упал? Почему? Это же меня... Бомба! Зомба! Зомба, точно, это не бомба, это зомба. Зомби! А зомби! Человек-человеку друг, а зомби. Фух, мне некуда было бежать, а тут резко все зомби пропали. Потому что он кинул другую бомбу. Он меня ракетами сейчас стрелять будет. Да. Знаешь, у меня тут идея появилась. Что если я залезу на вертолет? У тебя опять новая идея, как застрять, я так понимаю, да? Повеселиться хочется так. Я сейчас забуду залезать на вертолет. А, убил, прикинь, я думал, что не хватит. Он такой ракетами позапускался. Ты что, следишь за мной? Да, слежу за тобой. Прям к тебе монета летит. Ты не допрыгнешь. О, потому что он теперь слишком далеко. Да, надо подождать. Он тебя тупо не видит, что ли? Или что происходит? Нет, он не хочет в меня стрелять, но он кидает в меня бомби-зомби. Бомби-зомби. Да. Когда стоишь на краю, и к тебе подходят и говорят, нет, не делай этого. Я сейчас хочу запрыгнуть на вертолет, я оседлаю вертолеты.
Костью. Он прозрачный. Он прозрачный. Но это нечестно. Я так нет, знаешь, прозрачный сказать, это когда ты можешь его пощупать, но не можешь увидеть. В данном случае это называется неосязаемый. Ну да. Это неосязаемый вертолет. Он убил двоих, меня и еще одного чувака. Ну блин, где справедливость-то? Всех остальных он даже не попробовал убить. Тарвилёки. Почему 10, выше 10% шанс не повышается? По-моему, это немножечко нечестно. Я бы хотел бы... Я не думаю, что это баг. У тебя сколько процентов? 10. Видишь? Выше 10% шанс не повышается. Босс-раунд. 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 Это главное сказать одним словом. Босс-раунд. Спасибо. И так. Зданьецо у нас есть. О, тут есть штуки, по которым можно прыгать. Да, балконы такие. Блин, а как подняться на самый верх здания? А, тут лесенка есть. Ага. Клаусно. И резко ночь наступила. Это супер нуб, нет! Это самый сильный босс в этой игре. Блин, там была монетка наверху, он мне лестницу разрушил. Ну чтоб тебя. Это супер нуб. Супер Снуп. Что-то палёным запахло. Спасибо. Я зазряю. Что ты такой быстрый? Забодите меня. Ты опять застрять? Да. А, нубы! Бомба с нубами! Спасите меня! Ой, за мной нубы гонятся! Идите нафиг! Все, я умер. И я сказал «фу». Как он... Как он сейчас не попал? Ай! Ай-яй-яй! Что это такое? Ну как так? Он лазером не попал. Блин, два раза мне повезло. Я тут не выйду. Так, посмотрим. Может, даже удастся монетку подобрать. Нубы! Много. Очень много нубов. Нубы ваншотят. Будь очень аккуратен. Нубы ваншотят. Все. Уйди, все говорю. Я следить за тобой буду, хорошо? Следить. О, за тобой идет нуб. Я знаю. Беги. Спасибо, Кэп. Я бы не догадался. Если бы ты мне сказал, я бы стоял бы на месте. Я что, последний остался? Ты знаешь, что я могу слиться с толпой и стать одним из них? Ах ты мелкий. Ай! Ай-яй-яй! Да ты что, дурак что ли? Это бомба с нубами! Беги! 4, 3, 2, 1! Виктор! Блин, этот микс просто суперский. Ладно, ребятки, спасибо, что были с нами. На этом мы, наверное, сегодня знакомство с этим режимом прекратим. Он мне понравился, я думаю, мы здесь еще зависнем на некоторое время чуть позже. А вам всем удачи, всем добра, бобра, всем оладушек и всем покеда!